Анонс и точная дата выхода 3 и 4 серии нового сериала «Я заберу твою семью». 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 7 декабря. Напомним, по сюжету сериала мы видим, как в центре внимания оказывается симпатичная женщина, которая всю себя отдает семье. Ей приходится мириться с бесконечными выходками супруга и стараться не обращать внимания на то, что творит родная мать. Красотка изрядно устала от такой жизни, ведь понимала, что все ее старания абсолютно впустую. Родные совершенно ее не ценили и от этого опускались руки. И без того непростую ситуацию усложняла еще и Рита, которая приходилась главной героине сестрой и совсем недавно вышла из тюремного заключения. Она всегда была избалованной и старалась найти выгоду исключительно для себя. Выйдя на свободу, она начала настраивать против сестры детей. Это приводит к весьма трагическим последствиям. В итоге у несчастной женщины случается нервный срыв. Она не видит способа разобраться с навалившимися на нее проблемами и решает покончить жизнь самоубийством. Неизвестный мужчина спас Елену на мосту в критический момент и попросил об услуге. Женщина решила, что ей нечего терять, и согласилась. Чем же это решение обернулось для Елены? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 7 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайк.